що податкова компанія, яку розпочала виборок, це дуже важливо. Так, податки – це дуже важлива річ. Можете мені в туалет? Толик. Извините. Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен. Но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ, а что имею право на животу? Вот тут набью тату, слуга народа. Спасибо, что собрались. Даже представить себе не мог, что буду сидеть за одним столом с цветом нации, с бизнес-элитой Украины. Мне доложили, что все вы находитесь в сотне Forbes. Поверьте, для меня это очень почетно. Глядя в ваши эрудированные лица, мне не страшно за Украину. Сразу видно, что вам не безразлично будущее страны, что вы печетесь об экономике и, как никто другой, понимаете, что процветающий бизнес является залогом процветающего государства. Извините, конечно, что отвлек вас от очень важных дел, но боюсь, что по собственной воле вы бы на встречу с фискальной службой не пришли. Доброе утро. Доброе утро. Поправки к налоговому законодательству. Угу. Звонил ваш отец, он оформил лицензию. Не буду цитировать его речь по этому поводу. Спасибо. Но благодаря вашему отцу я поняла, что в нашей стране еще один язык претендует на статус государственного. С возвращением. Как обычно, кофе с молоком. Решетько, Валентина Николаевна. Здесь я. Очень приятно. Валентина Николаевна, вы владеете национальной сетью заправок, а еще у вас два футбольных клуба. Горняк и Металлург. У меня? У нас есть документация, подтверждающая это. Ах да, я просто не расслышала. Да, владею. Сетью металлургов и горняками национальными. Прекрасно. Идем дальше. Виктория Викторовна Чухонь. Присутствует. Виктория Викторовна, вы хозяйка сети фитнес-клубов «Жим», а еще в вашей собственности сеть салонов красоты «Анжелика» и клиники эстетической медицины. Мы ничего не упустили? Ну, если строительная корпорация «Атлант» и нефтеперерабатывающий комбинат – это ничего, тогда да. Видимо, упустили. Игорь Евгеньевич, вы музыкант? Да, служу в филармонии, аккомпаниатор. У вас плотный график. Так точно. Репетиции, концерты, кружки. А еще вы владелец ликероводочного завода. Да. Как же вам удается совмещать-то бизнес с творчеством? Разрываюсь. Ну да.
А где у нас Вениаминов Артур Игоревич? Здесь. И как у Артура Игоревича получается строить ракетные двигатели? Справляются с управлением огромного завода? Это же был подарок. Мы в первое время отказывались, но дедушка начал обижаться. А кто у нас дедушка? Наш дедушка просто святой. Оксана, что у нас дальше по плану? Сейчас едем в филармонию. В рамках Дней культуры Грузии в Украине детские коллективы подготовили концерт. Затем едем открывать памятную доску Шота Руставели и в конце фуршет-коктейль. Понятно. Вот так, батюшка. Дел не в проворот. Да, много у вас мирских дел. Да. Радостно было приветствовать православных братьев-грузин в нашем приходе. Благодарим вас за радушный прием. Господа, прошу в автобус. Спасибо. Да. Красиво у вас тут. Видели бы вы это место 5 лет назад. Руины, болото. Благо нашелся добрый человек. Пожертвовал на реставрацию. На строителей, на материалы, на сусальное золото. Вы видели наш иконостас? Конечно. Так вот, знаешь, запонки, часы, все переплавил. Иконостас блеск. И кто же тот добрый прихожанин? Миллионер? Почему миллионер? Судья. Высшей категории. Доктор юридических наук. Однако. И как же фамилия этого слуги Фемиды? Пшонка. Пшонка? Да, матушка, пусть будет пшонка. Или рис, или гречка. Я люблю поесть. Он при исполнении сейчас? Нет, он сейчас ближе к Богу. Давно? Да, как только пожертвовал все мирское на храм, тут же записался к нам послушники. Да вон он. Инок Себастьян. Ты зачем в курятник полез? Чуть цыпленка не придушил. Не стыдно? Это тебе повезло, что ты собакой родился. А был бы человеком, паяли бы тебе по всей строгости. Проникновение – кража, нанесение тяжких телесных. Плюс покушение на убийство. 15 лет тянет. А по твоей собачьей жизни это вообще пожизненно. Ну, вы знаете, так кардинально изменить свою жизнь, конечно же, тут будет издвиг в голове. Василий Петрович, через 15 минут вы даете комментарии журналистам по поводу государственной антитабачной кампании. И в 14:00, пожалуйста, не забудьте. Телефонный разговор с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. Не забуду. Значит, у меня есть минут 15 спокойно попить чай. Наш Голобородько Василий Петрович здесь проживает. У меня нет 15 минут спокойно попить чай. Чё, я тоже посёрбую. Чёрный, 2 сахара, лимон. Спасибо. Будьте добры, Белла Рудольфовна. Спасибо. А что? А лучший секретарша не нашел? Взял бы себе молодую, энергичную, типа меня. А то это... Я еще здесь. О, Господи. А что вы еще здесь? Я заказала чай. Свет, простите, пожалуйста. Спасибо. Не слишком грубо, Свет? Нет. Нет. Это еще не грубо. Да что ты? Сейчас будет грубо. Ты знаешь, дорогой, с тех пор, как ты стал президентом, мои подружки мне сказали, ой, поперла. И меня так поперли. Отовсюду. С ЖД меня поперли. Любовничек мой попер в неизвестном направлении, прихватив с собой вагон-ресторан. Ну, я-то при чем? Ну. Хорошо, чем я могу помочь? Бери меня на работу. Тебя кем? Слушай, ты знаешь, я неприхотлива. Что да что и возьму. Главой могу твоей администрации. Министр ЖД, я согласна на все. Я не знаю, губернатор Одесской области. Слушай, ну чего, всем можно, а мне что нельзя? Ну, на худой конец, начальник таможни. Свет, я не могу тебя взять на работу никем. Почему? Ну, не могу, и потому что ты знаешь мою принципиальную позицию. Я против кумовства. Вот. А ты моя сестра. А что ты взял, что ты мне брат? В смысле? Ты ж подкидыш. А ты не знал? Перестань. А чё ж тогда папа с мамой мне ничего об этом не говорили? Так папа с мамой, они же не знают. Это я тебя нашла. На мусорнике. Боже, ты вспомнил. Ты издеваешься или что? Ты представляешь, что начнется, если журналисты вдруг узнают, что я пристроил родную сестру? А ты представляешь, что начнется, если журналисты вдруг узнают, что президент в 10 лет подглядывал за одноклассницами сестры? А? Это наш с тобой секрет был. Так ты меня в угол загнал, у меня нет выбора. Я не могу взять тебя на работу. И это после того, как я спасла тебе жизнь. Когда это ты мне спасла жизнь? Когда батя
Нашел у тебя в портфеле пачку сигарет. Он тебе что сказал? Что он тебя убьет? А я сказала, что они мои. Это все было наоборот. Что ты придумываешь? Отец нашел у тебя сигареты, а ты сказал, что они мои. Да твои, мои. Какая уже разница? Разница большая. Я бы никогда бы... Я не Дмитрий Петрович. Вас ждут журналисты. Да, мне пора. Спасибо, Белла Рудольфовна. Бессовестная обманщица. Сам такой. А где лимон? Хамка. Жмот. Ну ничего. Мир не без добрых людей. Кстати, Игорь Евгеньевич, согласно рейтингам издания «Импакт», ваш водочный завод является брендом номер один в мире. Правда? Угу. Я не знал. Тем не менее, в рекламе вашего завода этот факт упоминается. Ну только рекламщики, что с них взять? Но в то же время, по налоговым документам, прибыль вашего завода за год составила 200 тысяч гривен. Это меньше, чем у забытого богом шиномонтажа. Да, но брат говорил, что... Что? Вы знаете, я не в курсе. Ваше незнание, Игорь Евгеньевич, не освобождает вас от ответственности. Я считаю, что государство не должно поддерживать развитие табачной компании в Украине в том или ином виде. Даже не потому, что я никогда не курил. Это правда. Никогда не курил. Но вот это по поводу вот этого дела, это регулярно. Да, Василий? Ну все, пока. Простите. В законодательстве Украины есть статья об уклонении от уплаты налогов. А вы все здесь злостные неплательщики. Я прошу прощения, так я не поняла, что это за бумажка? Повестка в суд. Ознакомьтесь и распишитесь. Напоминаю, что до суда вы не имеете права покидать город, а тем более страну, потому что все вы являетесь фигурантами уголовных дел. Поздравляю. Спасибо. Слушай, я могу послом в Италию. Италия. Вино, шмотки, апельсин. Язык, Света. Ладно, давай Испания. Ничего там, жара, креветки, море. Света, язык. В Грецию. Послом в Грецию. Язык, Света, язык. Язык, язык. Ну, что там еще осталось? Египет, Турция. Там тоже язык, Света. А где есть такая слепо глухонемая страна на побережье Средиземного моря? Там язык жестов. В мире вообще 197 стран. Я узнавала. А-а-а. И что ты мне хочешь сказать, что ни в одной из этих стран нет вакансий посла без знания языка? Россия. О, не, не, мне нужна работа, а не ссылка. Хорошо. Я могу быть проверяющей над послами. Да, я буду ездить, следить, проверять. Проверяющий над послами – это я, министр иностранных дел. А ты как, себя нормально чувствуешь? Свет, слушай, дался тебе тот посол, господи. Другой альтернативы нет? Есть консул. Здравствуйте. Это Оксана, моя помощница. Оксана, у нас нету вакансии. Светлане Петровне нужна работа. Вы оканчивали Киевский институт международных отношений? Я... Это сестра президента. Я. Я вспомнила. В Нью-Йорке, точно, за круглым столом сидят эти, в наушниках. Головами все кивает. Им все понятно. У них же там... Представители Украины в ООН? В ООН! Он, я могу. Он знает, я коммуникабельная, я энергичная. Представителя в ООН назначает лично президент. А, нет, с президентом сейчас по контракту. Как это? Должность, господи, слово такое красивое, такое. Граф, нет, не граф, вообще, сэр, пэр, журнал что такое есть. Персона. Персона нон грата? Во! Это в какую страну? Это в любую, Свет. Персона нон грата – это понятие в дипломатии, переводится как нежелательное лицо. Теля, что слово такое красивое? Кстати, у нас есть вакансия. Атташе по культуре. Ой. В Монголии. Это все вакансии? Пока да. Кабинет Скорика на каком этаже? Господи. О, господи, я сама найду. Не провожайте меня. Нет, Юра, это вообще что такое, а? Стоит какой-то лох очкастый и отчитывает меня, как восьмиклассницу. Бумажки какие-то тычет, тюрьмой угрожает. Вику, успокойся. Просто новая власть решила заняться налогами. Ничего страшного пока не произошло. Я одна сидеть не собираюсь. А ты не будешь сидеть одна. Там все будут. Ольга прокурора, Тамара МВДшника, Оксана гаишника. Короче, все ваши. Не смешно, блин. Да ладно, успокойся, никто вас не посадит.
честное правосудие или банальная политическая расправа. Сегодня на близких родственников украинских политиков были возбуждены уголовные дела за неуплату налогов особо крупных размеров. Твоя сестра, конечно, как была шилом в заднице, так и осталась. Она мне сегодня весь мозг выявила. Давайте не строить иллюзии, мы прекрасно знаем, чем заканчиваются такие процессы. Обвиняемые выходят под залог, дела разваливаются за нехваткой улик, а в заповедных пущах области появляются элитные судейские поместья. Так может, ход президента прозрачнее, чем мы думаем? Никаким правосудием здесь и не пахнет. И все банально просто. Живи сам и дай заработать другим. И что скажете? Что ты тут скажешь, Вань? Хочет она тебя еще? Серега, не все меряется одним местом. Не, а что? Я тебе давно говорил, с этой Яной надо что-то делать. Ты «Карточный домик» смотрел? Угу. Помнишь, как Спейси решил проблему с журналисткой? Как дал интервью? Ну, хорошо, называй это глубокое, долгое, исчерпывающее. Серега. Ну, она, конечно, права. Легче найти мамонта в пуще водицы, чем честного судью. Да перестаньте, ребят. Ежегодно в нашей стране выпускается более 10 тысяч молодых юристов. Неужели за все это время у нас не найдется ни одного честного судьи? Я в это не поверю никогда. 10 тысяч юристов, которые всю оставшуюся жизнь отбивают деньги, потраченные за обучение. Пацаны, есть! Ну? Серьезно, я, короче, с грузинами недавно... Да хватит грузин, ну правда, ну хватит, везде эти грузины. Нет, что ли, нормальных и честных людей, кроме грузин? Я серьезно говорю, я с грузинской делегацией поехал в церковь. О, правильно, а давай всех в церковь, пусть покаются и отпустим. Вы мне дадите сказать или нет? Ну, хорошо, давай. Знаю я, где взять честного судью. Сьогодні у Почаському суді відбулося слухання резонансної справи щодо родичів відомих, яким закидали ухилення від сплати податків. Іменем України, розглянувши матеріали справи 22146, керуючись статтею 176 пункт 5 Кримінально-процесуального кодексу, суд постановив наступне. З метою належного забезпечення кримінального провадження обрати підозрюваним особам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Спасибо. Слушаю вас. Василий Петрович, вы пошутили, мы оценили ваш юмор. Но зачем же так радикально? Говорил классик, нужно приходить к консенсусу. Ну, Юрий Иванович, вы же сами говорили, что вы перед законом чисты. Мы разобрались, все таки есть. Виновные найдены. В чем вопрос? Ну да, чисты, но ведь... Родственные связи никто не отменял. Коллеги, я абсолютно не против родственных связей. Но разве брату или сестре не нужно платить налоги? Они заплатят. И он заплатит, и она заплатит. Все заплатят. А вы, Юрий Иванович? И я заплатит. Хорошо. Василий Петрович, мы надеемся, вопрос закрыт. Ну, слава богу, тогда не будем мешать. Спасибо. Но есть нюанс. Да-да? Да, один. Есть нюанс. Жарко, простите. Вы во власти. И одновременно занимаетесь бизнесом. Ну, да. Да, по закону так нельзя. Поэтому нужно либо продать бизнес. Либо? Уйти в отставку. Вам решать. Продадим. И он продаст, и он продаст, и она продаст. А вы, Юрий Иванович? И я продаст. Вопрос исчерпан. Тогда мы пошли. Удачи. До свидания. До свидания. Работайте. В этой стране у каждого есть скелеты в шкафу.
Я не верю, что Голобородько чист. Школьный аттестат президента. Тройка по химии. Мелко, Авдеев. Мелко. Голобородько наверняка нагрешил. Мне нужен скандал. Роман с ученицей. Избиение супруги. Пьяная драка с поножовщиной. Ну вот же. Вот. Браво, Васильев. Учитесь. Номер отеля. Голый президент и его любовник. Только все знают, что это фото Ляшко. Отстой. Запомните, единственный компромат, который нельзя опровергнуть, настоящий, без швов и склеек. А вот это ничего. Оба, пьем. А что такое, совесть заела? Чего это? Единственную сестричку отшил. Местечко родному человеку в аппарате президента не нашел. Чем не повод? Не начинать вторую песню. Угу. Это я еще не начинала. Это был только первый тайм. Итак, наши чиновники решили продать свои заводы. Но они же обещали, нам с вами обещали, президенту обещали. А когда наши власть имущие что-то обещают, что это означает? Правильно, ничего. И самое главное, вы только посмотрите, как они хотят продать свои предприятия. Вот реальное объявление нашел в интернете. Продам лимонадный завод с филиалами в России и Евросоюзе. Прибыли ноль, оборудование ветхое, рабочие пьют, менеджеры воруют, цена 3 миллиарда евро. Вот видно, да, что человек мечтает избавиться от своего предприятия. А вот кто-то верит в то, что наши министры, депутаты возьмут и продадут свои заводы и пароходы. А вот мужчина поднял руку. Верите? А вам в туалет нужно? Ну тогда, извините, могли бы не поднимать. Я задам другой вопрос. Кто верит в то, что нашей планетой управляют инопланетяне? О, уже больше. Трое. Снова мужчина. Я же сказал, можно не поднимать руку, выходите так. Ну, с простыми-то людьми все понятно, но первые ряды, весь политический бомонд. В Кабмине столько людей сразу не увидишь. Когда я задавал первый вопрос, почему вы не поднимали руки? Не верите? Сами в себя не верите. А наш президент верит. Был бы здесь Василий Петрович, он бы первый руку поднял. Вася, не расстраивайся. Я эту проблему решу. Да ты тут при чем? Ну, я все-таки первый зам фискальной службы. Что такое, тебе Мишутка не говорил? Все будет хорошо.